Чемпионаты открытые первенства города по плаванию стартовали в Иванове. На соревнования для юношей и девушек отведено 2 дня. Среди участников 100 человек – воспитанники Ивановской спортшколы и еще 150 – ребята из других регионов. Мастер спорта Алена Шмелева в первый день соревнований преодолела вполне привычную для нее дистанцию – 50 метров на спине. Девушка показала время 30,6 секунды. Это не лучший мой результат. Ну, так себе неплохо. Вроде бы в поворот вошла, старт неплохо. Просто такая сейчас подготовленность была, на что готова, на то и пропала. Соревнования предусматривают дистанции 50, 100 и 200 метров. Практически в каждом заплыве ивановские спортсмены показывают лучшее время. Однако тренеры довольны не всем. Ну, ребят, плывут свои результаты. Я как тренер немножко, конечно, недоволен. Есть моменты, но это нюансы тренировочные. Будем их исправлять. В первом же заплыве 50 метров баттерфляем наша спортсменка Александра Шелухина установила рекорд Ивановской области. Дистанцию она преодолела за 28,98 секунды. Чтобы рекордов и побед у ивановских пловцов было больше, глава администрации пообещал сделать 10-ю спортивную школу немного просторнее. Здесь, в этом же здании, мы высвободили помещения, которые раньше пустовали. И сегодня там будут специальные тренажерные классы и методические кабинеты для преподавателей, тренеров, для того, чтобы наша школа развивалась успешно. В этом году на чемпионате России по плаванию в Казани участвовали сразу 2 ивановские спортсменки. Обе девушки очень хорошо себя показали. Алена Шмелева, например, продемонстрировала рекордное для Ивановской области время на дистанции 100 метров на спине, улучшив результат бронзового призера Олимпиады 80 Елены Кругловой. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.